Сегодня красивый день, я на Триумфальной площади. У меня в руках таскамовский рекордер за 100 баксов. И я хочу рассказать, что у него есть две проблемы. Первая — это вот это. Ну, это понятно, это у каждого рекордера, без этого он даже звук писать не будет. А вторая... Если вы думаете, что это наводки от вот этого кабеля, то нет, это всего лишь наушники. Такие наводки конкретно на этой площади просто везде. Вот она, зона уверенного приема. Я проверял, это не Маяковский наводит, а это наводит черт знает что. Это не Собянинская плитка. Это не цветочки, даже не провода, которые лежат на этих цветочках. Просто вот находишь, встаешь и... Тебе хорошо. Лавка, это ты? Нет, это не лавка. Кустик? Нет. Наушники, может быть? Нет, не наушники. Нет, не столбы. У меня даже телефон, который я не переключил в полетный режим. Господи, что он у меня просит? Нет, не телефон. Что еще? Красиво у нас тут столб. И чё? И совершенно ничего. Зато если спрятаться от этого столба, вон он там вот, то обнаружится вполне себе зона уверенного приема. Такая, правда, горячая, как на Триумфальной площади, но все равно. Господи, никак не могу настроиться. Велик, может, это ты фонишь? А? Нет, ты не фонишь. О! О! Ну, такое относительно слабенькое. А здесь у нас что такое? Остановка. Может быть, этот стендик фонит на 10 метров. Ну, непонятно.
Так, еще я пришел домой, посмотрел, что получилось, и решил, что я как-то очень быстро воткнул наушники обратно, и вовсе не очевидно, что это наводки не от них. И вдобавок я во времена наилучшего приема держал рекордер вот так-то, что кажется, что это наводки от моей камеры. Поэтому я сейчас просто вытяну руку и пройдусь с голым рекордером без наушников. Посмотрим, поймает, что нет. Телефон я не взял. Ну, фиг с ним. Вот я что-то принимал. Здесь вот где-то. Ну вот, такое.